Вот, Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской империи. На что Сталин ответил, зато Варшава входила. Вот. Ну, так вот Львов оказался в составе Советского Союза и был передан Украине. После поражения Германии и ее союзников по итогам еще Первой мировой войны польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии. Польша, подстрекаемая Западом, воспользовалась и трагедией гражданской войны в России, аннексировала некоторые исторические российские губернии. Наша страна, находившаяся тогда в тяжелейшем положении, вынуждена была пойти на заключение Рижского договора в 1921 году и фактически признать отторжение своих территорий. А еще раньше, в 1920 году, Польша захватила часть Литвы, Вильнюсский край, территорию вокруг современного Вильнюса. Вроде бы вместе с литовцами боролись против так называемого русского империализма, а как только подвернулась возможность, сразу оттяпали у соседей кусок земли. Поучаствовала Польша, как известно, и в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора с Гитлером в 1938 году. Полностью оккупировала Тешинскую Силезию. В 20-е и 30-е годы прошлого века так называемых восточных кресах Польши, а это территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы, проводилась жесткая полонизация и ассимиляция местных жителей. Шло подавление национальных культур, православия. Хочу напомнить также о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. А закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним. Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование. Им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы. Они будут торговать всем – и людьми, и землей. Так же, кстати, как их идейные предшественники, петлюровцы, которые в 1920 году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни. Такие предатели и сегодня готовы открыть ворота для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину. Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории, сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях. Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами. Это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Белоруссии, то это часть союзного государства. И развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно, поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы.
самих поляков, литовцев и далее по списку. Всех, кого не жалко. Скажу одно. Это очень опасная игра. И авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях.